этот кран вообще. Багажник закрой. Пусть багажник закроет, а то сейчас жопу еще уходит. Закрой багажник. Блин, тут большой член! Это большой член! Вон он, большой член! Это же большой член! Это же большой член! Охренеть! Синий долбоёб. Да ты видал, как подлетел? Откуда? Оттуда. Какой-то. Їхало воно. Не бачило, чи що, блін, куди воно їхало. Боже, а яйця откуда? Там, наверное, лежали, да? Положи, пожалуйста. Блін. По вашему случаю, от 15 марта, насколько я вижу, вы писали заявление, да, на согласование станции Киа-центр? Да. Насыщенный эспрессо мы сейчас, после того, как он окончательно вылетит, перельем большую кружку, переливаем. Блять. Аккуратно это все делаем. Теперь что будем делать? Теперь у нас не можешь. А вы куда ставите? Мне хватило места сегодня здесь поставить. Вот на то, папа мой приехал... на тротуар ставит машины. И Павлик Морозов на тротуар. Нет, ребят, пожалуйста, только не показывайте. Ох ты! Оба! Двое! Пьяные, я слышу. Подожди. Не знаю. Двое! Ужас! Ну что постоять, слышь, пусть они уйдут. Вот и я вечером так же пойду. Буду ждать тебя, моя любимая, я буду ждать всегда, моя родная, я буду... Да, короче, мы, блядь, выебались, конкретно, блядь. Самое интересное, в кого мы ебались вот туда. Тихо, не бойся. Притормози, посмотри, нет никого. Поворачивай направо. Крути. Вот ты опять на встречку. Обратно, давай. Тормоз, блядь! Ёбаный в рот. Блядь, вылазь из машины. Все, упал, молодец. Я ж тебе сказала, не надо. Все, вылазь давай. Что делать? Да вылазь давай, не ссы, ничего не будет. Закрылась. Дурочка. Ну куда ты сломал ее? Можно поближе?